Иногда мы можем не знать, что именно нужно сделать для исполнения мечты. Иногда мы можем оказаться совсем без плана. Но и тогда жизнь не застывает, а подкидывает возможности и поводы для вдохновения. Большие мечты ведут к большим свершениям. Правда? Я прибыла из 2040 года на выставку «Россия», проходящую в Москве в 2024. Моя задача – найти себя еще студенткой, мечтающей о больших свершениях в большой стране, как Россия. Я вижу ее. Она пришла вдохновляться. Здесь собраны и реализованы мечты большого, многонационального народа России. Мы скоро увидимся. Меня зовут Ирена. Я родилась и выросла на севере Италии, недалеко от Милана. А сейчас учусь в Московском государственном институте международных отношений. С детства я хотела изучать мир и выучила латин, греческий, а теперь учу русский. В будущем мечтаю налаживать межкультурные отношения России и Италии. На выставке ВДНХ России я увидела, как люди со всех уголков страны сделали свои мечты реальностью. Моя очередь делать свои мечты реальностью, поэтому я приехала на фестиваль. В России я чувствую, что у меня все получится. Привет. Здравствуй. Все, что ты видела на выставке, это все раньше были чьи-то мечты. Просто они стали целями. Знаю, у меня тоже есть мечта. Я знаю, там, в будущем, у тебя все получится. Если ты начнешь идти за своей мечтой уже сейчас. Начнешь? Да. Хорошо. Ну, а мне пора.